Меня поэтому всегда удивляло, когда люди занимаются чем-то, что на самом деле они не любят. При этом еще и зарплаты низкие, как правило. Работа не доставляет радости. Себя ненавидит. Говорит, не, ну а как же? Да уйди ты с этой работы, если она тебя не прикалывает. Деньги все время в нашей индустрии существуют. Я могу дать странный совет, и он, может быть, вам не понравится. Если вы хотите быть очень богатыми, перестаньте думать о деньгах. Я понимаю, что это звучит несколько странно, но деньги – это ведь форма существования энергии. Они появляются там и тогда, где и когда вам они реально нужны. Вот если вы работаете над собой, если вы постоянно растете, если вы делаете раз за разом материалы сильные, мощные, если вы поднимаетесь наверх, вот это место, которое освобождается, когда ваша душа растет, она заполнится всеми необходимыми материальными благами. Все придет, притом как-то ни странно, придет само. Вы даже не знаете почему, вот вы не будете ждать, вдруг это начнет появляться. Вообще, если вы занимаетесь своим делом, вам постоянно Господь будет давать такие добрые, мягкие звоночки. Вот как только вы вступите на свою стезю, у вас сразу все начнет получаться. Как только это не ваше, вам регулярно будут раздаваться другие звоночки. Не твое, не делай этого, не ломай себя, не трать время. Вот это важно услышать. Задавить свое эго, услышать, что тебе судьба пытается сказать.